Москвы до Петербурга занимал 5 дней, а сегодня 3 часа. Природа человека устроена так. Нам важно становиться быстрее и сильнее и поддерживать связь друг с другом. В этом нам помогают технологии. Поезда, железные дороги. Мы перемещаемся, но не всегда осознаем их влияние на историю страны. Поезда почти за 200 лет дали огромный скачок для развития территории России. Старт новым профессиям, росту медицины и экономики. И победам там, где победить было важнее всего. Сегодня мы легко можем отправиться в круиз на поезде и увидеть многообразие Родины через экран ультравысокого разрешения. Окно купе. Движение продолжается каждый день. Освоив одну ступень, мы сразу ищем новые горизонты. Поэтому РЖД – это не только поезда. Это единый механизм. Здесь заботятся о людях, любят исследования и ценят время. Проектируют новый подвижной состав, развивают инфраструктуру. И принимают вызовы современности. К примеру, снижают вредное воздействие на экологию. Или даже используют свет для передачи информации. Квантовые коммуникации – это инновации будущего, ставшие для нас реальностью благодаря науке. Мы верим, что развитие должно быть комплексным и непрерывным, как и десятки тысяч километров железнодорожных путей в России. Мы благодарны урокам прошлого и колоссальному труду предыдущих поколений. Они проложили пути в самые удаленные уголки страны, невзирая на трудности. На этой базе мы продолжим улучшать настоящее и формировать будущее. Наше технологичное будущее, где главная ценность останется неизменной. Это человек. И его стремление достигать новые горизонты, не теряя связи с близкими.